Ты тоже не любишь капусту? Да. Я не знаю, где у Марка голова. Итак, откуда ты? Со Среднего Запада. Что тебя привело в СБ? Сансет Бич. Жажда приключений. После такого, как сегодня, ты можешь прямо сейчас вернуться домой. Я пока не готова ехать домой. А ты где вырос? Расскажи мне. Откуда ты? Местный. Сансет Бич. Ты здесь просто погостишь или останешься надолго? Я пока не решила. Сегодня у меня произошло больше событий, чем за всю мою жизнь. Ты практически побывала на том свете. Может, стоит умерить свой пыл? Иногда я поступаю опрометчиво, да? Да, как и я. Больше всего я боюсь к 40 годам ничего не успеть сделать. Я тоже. Я не хочу быть девчонкой, которая ничего не делает, а просто постепенно доводит себя до смерти. Я долгое время жил жизнью, которую навязывал мне отец. Что тебя разбудило? Что-то происходит и меняет тебя. Я больше не мог оставаться тем человеком и однажды сказал: «Сейчас или никогда?» Когда ты сказал «сейчас», было нелегко набраться мужества? Да. Что? Ничего. Просто день был не совсем таким, как я думала. Хотела приключений, верно? Ты должна кое-что понять. Ничего не происходит случайно. Если ты сможешь все преодолеть, ты найдешь то, что ищешь. Это все равно, что плыть по волнам. Они разной высоты. К ним нужно приспособиться, а не бороться с ними. И рано или поздно ты доберешься до берега. Правда, не всегда целым и невредимым. Хороший совет на тот случай, если меня еще раз столкнут с пирса. Еще один день в раю. Почему я чувствую, что мы давно знаем друг друга? Может, так и есть. Ладно, уже поздно. Тебе нужно отдыхать, или доктор Ченг обвинит меня, что ты не поправляешься. Принесу подушку и одеяло. Хорошо? Спасибо. Не за что. Сансет Бич не самое плохое место. Завтра я тебе его покажу. У нас есть большие рестораны и магазины. Может, ты захочешь зайти в бездну? Она недалеко от интернет-кафе. Это что-то типа бара рока и блюза. Я планирую пойти завтра вечером на текиловый закат. Что это? Это счастливое время Сансет Бич. Возможно, там и увидимся. Надеюсь. А теперь ложись спать. Еще раз спасибо за все, Кейси. До завтра. Можно мне воспользоваться твоим телефоном? Я обещала маме позвонить. Естественно, не за твой счет. Конечно. Прошу. Спасибо. Ма, я...